Слава Україні! РУНО в ефірі. 504-й день війни. Зрозуміло, що найголовніша тема дня сьогоднішнього та й вчорашнього, і невідомо, наскільки це матиме наслідки в майбутньому, це саміт НАТО у Вільнюсі. Політично ми не отримали запрошення в НАТО, ми не отримали навіть строків і гарантій наміру такого запрошення. Це все навіть вилилося в дещому в роздратуванні Зеленського і політичних таких от навподобі його партнерів, і те, про що писала західна преса дуже активно. Але ми маємо чергову допомогу. Країни НАТО схвалили найохопніший оборонний план з часів холодної війни. Дуже багато зброї, і насправді наскільки це допоможе Україні і в чому саме допоможе, будемо говорити з нашим гостем. Ігаль Левін, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик з нами. Ігаль, рада вас бачити. Вечір добрий. Да, вечір добрий. Дуже багато мусувалося з приводу гарантій безпеки. От вчора говорили завтра, саме завтра в середу, 12 липня, ви про це дізнаєтеся. І дуже багато паралелей проводили з Ізраїлем. От бачите, Ізраїль там має якісь гарантії безпеки від НАТО, від Сполучених Штатів. От треба, щоб Україна, якщо навіть вона не в НАТО, то вона матиме такі гарантії. Ви дуже скептично про це говорите і пишете. В чому саме ваш скепсис зосереджений? Ну, потому что НАТО никаким боком к Израилю отношения не имеет, никаких гарантий от НАТО Израилю нет, ну, это вообще никак не связано. НАТО создавалось как альянс против агрессии России, советской России в те времена. Израиль здесь вообще ни при чем. Вот, смотрите, это НАТО, да, берем США отдельно, тоже нет никаких гарантий. Вот, это вот я не знаю, почему все с этим носятся. У США нет никаких гарантий. Они не давали никаких гарантий, что они будут воевать за Израиль, что они будут защищать Израиль, что если завтра, скажем, Иран и его шиитская ось, так называемая, это всевозможные прокси там, в Сирии, режим Асада, это Хизбалла в Ливане, это исламский джихад и так далее, вот они все, там еще 1001 есть, еще всякая другая шушера проиранская, они нападают на Израиль, нет никаких гарантий, что США будет впрягаться, воевать, посылать солдат и так далее. Вот. Есть тесная кооперация, научно-техническая, гражданская, научно-техническая, военная, плюс есть помощь в районе, ну, примерно там, 3 миллиарда долларов от США ежегодно Израилю. Но это даже не половина бюджета, то есть бюджет Израиля годовой, там больше 20, ну 20, там, от 20 до 24 миллиардов, ну вот, из них 3 это американские. Да и то, американцы дают эти 3 миллиарда на закупку своих вооружений, то есть дают 3 миллиарда, купить у нас самолет F-35, и вот такая вот, как бы, такая вот сделка. Или дают на развитие всяких вооружений, хай-тек, всякое оружие, которое потом американцы покупают, вот этот железный купол они ставят на свои боевые корабли. Вот и все, никаких гарантий, никаких особых там, не знаю, каких-нибудь, вот как сейчас все говорят, как там это называли, радикальный какой-то там бонус до конца года Украине, какие-то обязательства и так далее, и так далее. Нет, всего этого нет. Я сначала думал, что это какая-то журналистская такая, как бы вот, ну, кто-то ляпнул, а потом посмотрел оригинал, где Байден реально говорит «Израиль». Я очень удивился. Я говорю, какой Израиль? Почему здесь Израиль? Ну, если вы это так говорите, ну, тот же Байден и так далее, ну, Байден прекрасно знает, что у США нет никаких обязательств воевать за Израиль или защищать его, если на него нападут. Поэтому, как бы, я бы на месте украинцев вот здесь держал бы ушки востро и, самое главное, не забывал никогда, как бы там ни улыбались все эти красивые люди в костюмах и с галстуками, они там улыбаются на этом саммите и так далее, много фотографий есть. Вот, помнить о своих интересах национальных, помнить в первую очередь о себе. Тут важная ремарка, и на этом я закончу, то, что да, конечно же, лидеры Украины поставили как цель, что Украина должна быть в НАТО. Я поддерживаю часто то, что я так скептично пишу, как вы правильно сказали. Это не значит, что я топлю за то, чтобы Украина не была в НАТО, ни в коем случае. Это не мне решать, решать украинцам и руководство. Если руководство это решило, то да, путь вот Украины как корабля, да, это вот конкретно вот, вот как путеводная звезда. Это Североатлантический альянс. Но ничто в этом мире не вечно. НАТО или без НАТО, будет там Третья мировая с Китаем, и НАТО рассыпется, неважно.
какие бы ни были там альянсы, обязательства и планы, всегда центрально должны быть национальные интересы Украины. Как бы мир не менялся, и Украина не менялась, все бы не менялось. И вот об этом часто я пишу, об этом я говорю и призываю всегда не забывать. Они надеются на то, что вот большие дяди при костюмах что-то там пообещают, как сейчас говорят, какой-то там гарантии, как Израилю. И израильская модель, еще там говорят южнокорейская модель, западно-германская модель, его там наплодили целую кучу моделей придуманных и так далее. Ни в коем случае не вестись на это все, всегда думать о своих национальных интересах. Угу. Ну, ви праві, дуже багато таких величних, красивих, пафосних, я не побоюсь цього слова, слів було сказано. От Байден, я з нетерпінням чекаю на той день, коли ми проведемо зустріч, щоб відсвяткувати офіційне членство України в НАТО. Байден. При цьому жодного слова про вступ, про терміни, про карту якусь дорожню вступ України в НАТО взагалі не йшлося. Відмова по всіх цих напрямках, і це треба, ну, чітко розуміти. І ще треба, от Столтенберг казав, ну так, ми розділяємо повністю ваше занепокоєння відсутністю там необхідної військової допомоги, авіації, ну, розділяємо занепокоєння і все. І на цьому, ну, тобто, це дипломатична мова. І зараз вже дипломатично назвали це, ну, не поразкою, не провалом, як це м'яко сказати, невдачею. Ви як оцінюєте взагалі ці зустрічі? Ну, це розділяти офіційну частину. Я ще там реально договорились. Ну, ми ж знаємо, що двосторонні, ну, зустрічі відбуваються. С отдельными членами НАТО, с Германией, например, была встреча, да, Зеленский и так далее, с Байденом, вот, даже они сидели, разговаривали. Ну, есть официальная часть, публичная, а есть неофициальная. Но даже публичная часть, пообещали оружие, много оружия, продолжить, как там Байден сказал, мы надолго, мы от вас не отстанем, как-то так он сказал. Вы знаете, это такая двоякая фраза. То есть у Израиля, США есть очень сложные, противоречивые, вот долгие десятилетия, многие десятилетия отношений. Вот когда американцы так говорят, ну тут надо как бы опять же ушки востро держать. Вот. Вы должны понимать такую вещь, ну, украинцы. И это тоже то, что я постоянно призываю, и как раз на фоне саммита этого. Вам помогают после начала полномасштабного вторжения не за красивые глаза, не потому что вы такие хорошенькие, симпатичные и герои и так далее. Вы, несомненно, герои, и вы, несомненно, симпатичные, но вот те все дяди при костюмах не поэтому вам помогают. Это не их интересы. У них есть очень четкие, холодные, такие технократичные интересы вот во всей этой истории. У каждого, причем свои. Кстати, у стран Балтии свои, у Великобритании свои, они абсолютно разные. Их общий интерес — ослабление России, конечно же. Но почему, зачем ее ослабить? Ну, абсолютно разные. Вот там, скажем, интерес Финляндии, интерес США, он абсолютно разный. Но, казалось бы, да, в одной лодке и финны, и американцы дают оружие. Ну, каждый свои, по своим возможностям. Нельзя сравнить, конечно же, экономики Финляндии и США. Вот. Но, казалось бы, да, дают оружие, и вроде бы, да, за Украину и за победу Украины, но интересы абсолютно разные. И вот это нужно не забывать. Нет никакого одного единого Запада. Нет какого-то одного там единого вектора, и к помощи Украине происходит, конечно же, не за красивые глаза. В чому різниця інтересів Сполучених Штатів, наприклад, і країн Балтії, які мають безпосередній кордон з Російською Федерацією? Ну, очевидно, да, страны Балтии понимают, что если Украина проиграет, то придут по их душу, как и финны это понимают. Они понимают, что пока война находится в Украине, к ним не придут. Финские солдаты не будут, или там вот латыши, или литовцы, или финны не будут гибнуть. Поэтому им важно, чтобы Украина стояла, сражалась и боролась. Когда говорят, что Украина сражается не только за свою свободу, но и за свободу Европы, в первую очередь, конечно же, речь идет о странах Балтии и Финляндии, например. Польша чуть меньше степени, там сейчас такого большого ежа милитаризованного превращаются. Но и в том числе Польша, да. Ну, в первую очередь, конечно же, страны Балтии. А, так как они маленькие, и, ну, их очень легко буквально одним наскоком вот занять, захватить. Там у них нет жирка в плане населения, но там у тех же эстонцев сколько? 1 миллион населения всего. Ну, меньше, чем в Киеве население. Ну, то есть это на всю страну. Вот. У США, конечно же, это интересы в первую очередь геополитически связанные с Китаем. Ну, то есть, ну, Россия для них это не что, что такое Россия. 3% мировой экономики до полномасштабного вторжения. То есть Россия — это пыль. Единственное, что, с чем они там считаются, то, что у них есть 6 тысяч, сколько там, или 5 тысяч ядерных боеголовок, готовых к запуску. Это единственная причина. Больше никаких тут нет и так далее. То есть, если бы не было этих 5-6 тысяч ядерных боеголовок, с Россией бы давно поступили как с Каддафи и с Ливией, как бы в свое время. Вот, или с Саддамом Хусейном. Ну, то есть, здесь вообще без, как бы, без вариантов, без сомнений. Вот, но глобально у нас... Я не хочу в эту тему уходить, она огромная, большая. Вот, она, да, военная, потому что это связь военного противостояния в космосе. И Китай,
да, Китайская Народная Республика и США, они сейчас примиряются и все свои мощности бросают как раз на то, что будет противостояние в космосе, кто будет занимать стратегические точки там, вот, в сети, да, Илон Маск, он же не для красоты все эти свои там страшипы готовит и так далее. И если вы посмотрите на китайскую космическую программу, там огромные средства в нее вкладываются, и тоже амбициозные проекты своих национальных станций, свои миссии на Луне, свои миссии на Марсе и так далее. Ну, это что, как бы они такие деньги тратят ради просто абстрактной науки, там, развития человечества? Нет, конечно, у них свои есть амбиции. Вот, очень такие жесткие и четкие. И Россия нужна здесь, выбитая из игры, да, это не должен быть задний двор вот Китая, да, его северный, как бы, фаланг. В этом же плане, как бы, это тоже НАТО. Так много говорят про НАТО. И тогда спрашивают, а почему Япония не в НАТО, почему Израиль не в НАТО? Это Североатлантический альянс, Североатлантический, это не мировой какой-то или так далее. А вот блок, который реально выстраивается сейчас, который интересует тех же американцев, они под это затачивают. Тоже корпус морской пехоты, там реформы были. Другие виды вооружений, да, авиация в первую очередь, ну и флот. Это АУКУС, это у нас альянс между Австралией, Новой Зеландией, США, у нас идет Канада. Великобритания, ну там Япония, Канада, они как там соучастники, вот они не прямо члены, ну вот вместе, да, АУКУС. Так вот, НАТО рассматривается задним двором, то есть поддержкой АУКУСа. То есть, есть глобальная вот у нас новая система мировая, да, вот которая готовится к противостоянию, сдерживанию Китая. Этот АУКУС был 2 года назад организован, сделан. И НАТО в этой архитектуре рассматривается как задний двор всего лишь, не какой-то центральный главный альянс. Вот и все. И вот посмотрите, в этих гигантских игрищах огромнейших государств, у которых там владеют несметными богатствами вот, земных недр, у которых планы уже космические, в прямом смысле слова, и это не какая-то лирика, не фантастика, и которые там владеют огромнейшими вот активами и потоками информации, финансов, так далее, так далее, так далее. Вот Украина, да, где их место? Какое должно быть место, то есть свое место, вот четко его понимать и осознавать. Это как бы фишка Израиля, самое главное. Если вы посмотрите, на что писали, что говорили, куда вели страну израильские лидеры в 50-60-е годы, тогда тоже свое было великое противостояние. Советский блок, да, Варшавский договор, против НАТО того же, вот, и США, да, тоже великие большие, и тоже космическая гонка началась, и тоже думали, кто же там первый до Луны долетит. То есть были великие свершения великих держав, великий Советский Союз, великой этой русской культуры, в кавычках, и США, с их там, вот, которых хотели доказать, что капитализм лучше, чем социализм и так далее. Вот эти прямо большие игры, больших вот дядь. Израиль, крохот, у которого было 2,5 миллиона населения в пустыне, всем миром, всей страной прокладывали водопровод. То есть там все великие страны на Луну хотят полететь, а Израиль выкладывает своими там сельскими кибуцниками водопровод. И когда его смогли проложить через пустыню, это было национальное свершение. Все там радовались, танцевали, пляски и так далее. Вот. Это называется, до сих пор существует, кстати, проводят воду, называется национальный водовод. Прямо целые марки печатали и там изображали его и так далее. Вот что интересовало Израиль. Это его национальные интересы. Там великие хотят куда-то на Луну полететь, а мы хотим просто пить у себя где-нибудь на юге страны. И вот так должны украинцы думать, что важно сейчас Украине, конкретно здесь, несмотря на всю ту огромную сейчас вот мировую архітектуру больших ігрищ. Ну, ми не про космос думаємо, ми думаємо про те, як виграти війну, відновити територіальну цілісність і кордони, це зрозуміло. І ми партнерів, ну, от дехто там західні члени делегації США, вони там їм не сподобалася заява Зеленського про слабкість НАТО, і нібито от критичні такі шпільки, вони про це теж, вочевидь, висловлювалися не публічно дуже багато, тому що деякі публічно там дещо заявили. Але нам своє робить, як у нас кажуть, і ми вдячні за допомогу так, але західні країни про це дуже багато зараз кажуть. Всі бачать, от поразку Росії, але бачать її по-різному, бачать її в різні терміни. І з цим навіть співвідноситься допомога тої самої авіації. От сказали вчора, ми велику коаліцію, 11 країн, членів НАТО, підписали, що в Румунії в серпні починається навчання пілотів на винищувачах F-16. Самі літаки будуть 24-го. Дуже часто кажуть, що контрнаступ успішний, без авіації він неможливий, він буде поразковий спочатку. Це означає, що контрнаступ буде 24-го, якщо буде. І війна до якого? 25-го року все зсувається. Ну, тобто, як висновок, всі ці факти зрозуміли, що ця війна надовго. Ви підтримуєте таку тезу? Я на ваших ефірах і на інших говорив, що війна продовжиться.
Меня спрашивали, закончится в прошлом году война до конца 2022 года. Я говорил, нет, к сожалению, она продолжится. И на меня злились, говорили, что ж вы там такие плохие вести сообщаете. А сейчас мы увидим, война надолго. Почему она не должна быть надолго, я этого не понимаю. Вот, что Россия просто исчезнет, пуф, и все, ее нет. Вот. То, что война надолго, это было очевидно. Во-первых, начнем с того, с вторжения еще ограниченного в 2014 году, когда началось российское вторжение. Было понятно, что эта вся история на очень долго. Война может быть в ограниченном формате, вялотекущем, или в полномасштабном, но война. Поэтому то же самое здесь. Я как бы здесь не вижу никаких признаков. Ну, понятное дело, что какие-то могут произойти абсолютно вот у нас такие ходы, которые мы никак посчитать не можем, как тот Пригожинский мятеж. То есть понятно было, что что-то похожее может произойти. Это всегда пальцем в небо тыкать. И ясное дело, что если в России будет какая-то смута, вполне такой сценарий может повториться и еще в более хардкорном как бы формате, когда, например, какие-то воинские подразделения, а не наемники восстанут и так далее. Это полностью меняет конфигурацию все. Но как работают военные люди, да, командиры, что такое вот планирование военного? Вы всегда отталкиваетесь от худшего сценария. Хороший командир, грамотный, штабист, генерал, полковник, если меньше, да, берем там уровень, да, майоры, естественно, офицеры-оперативники, когда они делают планы, они отталкиваются от одной из самых худших сценариев. Максимально какой можно представить себе? Ну, худший сценарий, за вашим баченням, найгірший сценарій – це які терміни? От найгірший. Заморозка, но не заморозка не в плане ограниченной войны, а в плане, да, вот такой вот масштабный. Часто вот говорят про тот же Израиль, что у Израиля были войны такие скоротечные, поэтому Израиль не знает, что такое вести долгую войну. Это не совсем верно, если мы смотрим на историю. Война за независимость, когда население, вот Израиль, который только образовался, был 1 миллион, кроме как арабские государства, там были десятки миллионов, без ничего, там 1 миллион, без танков, без самолетов. Война за независимость шла вот несколько лет, два года. Потом война на истощение. Она началась в 1967 году, после вот этой скоротечной, молниеносной войны шестидневной, которая буквально шла 6 дней. Поэтому это была полномасштабная большая война, где были тысячи танков и там сотни самолетов, но шла только 6 дней. И молниеносно разгромили, Израиль разгромил своих врагов. Но после этого Египет, понимая, что вот как раз в быстрой такой маневренной войне у Израиля с преимуществом, он решил его истощить, потому что у Израиля мало населения, как ему казалось, Египту экономика слабая, и поэтому можно... ведя войну, да, фронт активно, авиация бомбит, рейды постоянно туда-сюда ходят, можно израильскую экономику надломить. И война на истощение длилась 3 года. 3 года — это прямо такая полномасштабная большая война. Это называется война на истощение, это одна из войн Израиля. И 3 года прямо таких, там были танковые рейды и рейды спецназа, активный фронт, артиллерийские постоянно бомбежки линии фронта. Удары авиации, причем такие жесткие удары авиации, где уничтожались цели. То есть война, большая война, гибли люди, и так далее. И 3 года никто не задавался вопросом, а сколько еще? Сколько еще? 3 года прошло, а будет потом 4-й год, а 5-й год. А после этих 3 лет было пару лет затишья, потом произошла страшная война судного дня. В 73-м году. Тоже кто-то так планировал и думал. 3 года, и вот война на истощение закончилась, она официально закончилась, Египет официально прекратил. То есть он сказал, ладно, у нас не получается истощить Израиль, хватит. И израильтяне не сказали, Египет сказал, что все, хватит, и поэтому давай сейчас расслабимся. Нет, Израиль продолжил милитаризовываться, вооружаться, готовиться к худшему. И произошло худшее, страшная война судного дня, одна из самых страшных войн израильских, где больше всего погибло людей, и реально была опасность. Государству как национальному субъекту, суверенному государству дальше существовать. Поэтому я вообще такие вопросы не задавал. По-честному, вот то положение, в котором вы оказались, Украина, ему не позавидуешь. Это по-хорошему, если говорить, по-честному, если не пытаться сладкую патоку лить или вешать лапшу на уши. Война страшная, большая, кровопролитная, с ядерным государством. Кому-то как бы пожелаешь такое. Но ни в коем случае нельзя себя тешить иллюзиями.
Ситуация такая, что нужно быть дальше сильными, независимо от какие исходы будут. Будет ли там какие-то развалы, какие-то новые пригожинцы бегать, какие-то там у них будут непонятные БНР и КНР появляться. Или наоборот, там будет, придут какие-нибудь более жесткие людоеды к власти, отстранят этих серых мышей и возьмут курс на еще большую милитаризацию. Или там будут, они будут попытаться примириться там с Западом и так далее, какие-то договорники устроить и так далее, Россия. Не имеет значения. В любых этих сценариях Украине нужно быть сильной. Це зрозуміло, але ви маєте розуміти, що коли ми говоримо там, це не 100 днів і не 6, і на 500-й день воно, ну не те, що перетворюється на таку одноманітність, і люди входять в процес, їм потрібна там надія, умовно, ну ми можемо згуртуватися 24-му там перемогти, або 25-му. Кінцева точка, як не крути, багатьом потрібна, як, не знаю, маячок стабільності, ну це психологічний механізм. Має бути да. Світ в кінці тунелю, ну, як говорив Жванецький, ну, тунель почему-то не заканчивается. Я прекрасно это понимаю, но видите, свет в конце туннеля нет даже в Израиле. А то есть нас хотели уничтожить, когда Египет были, серия войн кровопролитных, потом это был там Ирак и другие, вот, потом их, Египет, да, у нас мир договорились, Ирак, Ирак сменил, сейчас Иран, который выстраивает шиитскую ось, они грозятся вот на Израиль напасть. И вероятно, видимо, очень большая есть вероятность, что большая война на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном в той или иной формации, даже не обязательно напрямую, это может быть через прокси, это вопрос времени. То есть все израильские аналитики, разведчики, генералы, вообще военные об этом говорят, предупреждают. Если израильские СМИ откроете, посмотрите, там большая часть будет как раз про грядущую войну большую, которая произойдет, и которая будет на их худшей из всех войн Израиля. И тыл, и гражданские будут защищены меньше всего, чем в других всех войнах и так далее. Это будет война страшнее, чем война судного дня и так далее, и так далее. И где тут свет в конце туннеля? Его нет. Его нет, к сожалению. Вот, поэтому можно как бы себя тешить иллюзиями, но мы хорошо знаем, к чему это приводит. Вот. А можно стиснуть зубы вот, и понимать, что никакого света не видно. Но зато не чувствовать себя обманутым. Это самое главное. Добре, до засобів, які допоможуть виграти цю війну. Що ви думаєте про касетні боєприпаси? Дуже багато ви і Ко-Ко-Ко з боку там Human Rights Watch і всіх інших. Зараз це неприпустимо. Відкрила я російські пабліки, почитую інколи. Вони кажуть з приводу вчорашнього допису Медведєва, що пора розчехлять, якщо Україна це отримає. І вони так недоумено запитували, слухайте, а чим ми в 22-му році Україну обстрілювали? Наприклад, Харківську область. Ну хіба не цими ж всіми касетниками? Ну цікаво було почути це. Да, вы понимаете, когда вот кричат вот такое ко-ко-ко и так далее, речь идет о том, что это эффективно. Вот, регуляции вот эти все, они для чего создаются? Вот, те, кто подписали эту конвенцию, они не использовали ни распространение кассетных боеприпасов, которые США, Украина, Россия, кстати, Израиль, еще там ряд стран не подписывали, Польша не подписывала, Румыния не подписывала, кстати. Вот, почему да, вот такие вещи подписывают? Потому что это оружие слишком разрушительно, опасно. Оно настолько разрушительно, что, например, не разорвавшиеся боеприпасы могут нести опасность там гражданским, например, и так далее. Это оружие эффективное, это оружие, скажем, если вы работаете по окопам врага, где враг окопался, это эффективнее, чем фугасные снаряды, потому что окоп, когда он у вас ну, не прямой, не ровный, а вы его по уму копаете, то есть он зигзагами у вас, он защищает вас от осколочно-фугасного вот воздействия. А вот кассетная нет, кассетная накрывает площадь, там во все ну, норы, во все там щели залетает и так далее. Это прямо то, что надо, это прямо отлично. Понятно, что американцы их дают во многом, потому что сейчас налаживаются производство обычных боеприпасов, ну то есть фугасных. Вот. Но безотносительно причин это хорошее, важное и нужное сейчас оружие. Да, там есть какой-то процент боеприпасов, который не разорвется, но война настолько большая, идет уже так долго. И Россия использует, засеивает все эти поля. Более того, проводит теракты, уничтожая юг, экокатастрофы, угрожая там взрывать ядерные, вот, да, у нас АЭС и так далее. Думать о том, что тут не разорвется несколько кассетных этих, и поэтому гипотетически кто-то взорвется, ну, так больше погибнет от рук русских людей, чем погибнет от неразорвавшихся. Это очень простая арифметика. Просто война — это у нас, да, утилитаризм, это арифметика, это цифры. Вот если мы берем эти цифры, мы видим, что меньше людей погибнет, если будут как раз кассетные боеприпасы, потому что быстрее захватчиков и выгонят, быстрее русских принудят капитуляции, разгрому и так далее, чем сидеть и просто гибнуть.
и там воевать без снарядов вообще. Ну, предположим сейчас, да, что у нас нужно подождать, когда произведут обычные, да, а кассетные мы не даем, потому что, ну, это как бы не гуманно, мы не подписывали, мы не частновенцы, но все равно там, как вы говорите, ко-ко-ко и так далее. Поэтому мы будем сидеть и просто гибнуть. Пусть наши солдаты гибнут под обстрелами там и так далее. Вот, поэтому это очень важно, это очень нужно. Отличное оружие, на самом деле, вот, и накрывает площадь, и там, вот, и им мало не покажется оккупантам на юге. А з приводу ATACMS, буквально годину до ефіру, кілька там хвилин тому, Зеленський сказав, що невідомо, в які терміни ATACMS буде в Україні, тому що рішення це ще не ухвалене. Ну, натомість почули від Макрона, що аналог Storm Shadow ці далекобійні нададуть Україні. І з приводу цієї допомоги, яку анонсувала я від країн НАТО на самому початку, там програма допомоги, ну, там дві загрози названо Росія і тероризм. І взагалі ця програма на 4000 сторінок, вона засекречена. Деякі пункти вони можуть назвати. З найголовніших з тих, що оприлюднили, це має бути сильна армія, 100 тисяч от по кордону, ще 200, я так розумію, тисяч в тилах. В певний час вони мусять за короткі мобілізуватися і прийти на допомогу. Що відмітили ви? От там зброю, допомогу, що? Я про документ могу сказать, ключевое, да, 4000 страниц засекреченных. Ну, да, НАТО – оборонительный альянс, без шуток. Его оборонительная функция заключается в сдерживании. И это работает. Вот любят ругаться на НАТО, говорят, они там импотентная НАТО и так далее. Секундочку. НАТО как бы за всю свою историю альянса, была ли агрессия по отношению к члену НАТО? Нет, не было. Значит, альянс работает. Это его главная цель, это оборонительный альянс. Вот, это у нас верхний как бы слой. Теперь берем скальпель, счищаем и углубляемся глубже. Россия для НАТО не является угрозой. Вот. Украина провела очень успешную демилитаризацию России. Мы видим, что происходит, мы видим, что насколько у них там есть немаленькие проблемы с техническим оснащением армии и так далее. Они разве что могут вот на глухую оборону, они даже наступать уже не могут особо, кроме каких-то локальных тактических уровней, но это без особых успехов. НАТО прекрасно это понимает. И они понимают, что Россия угрозой не станет, не будет. Ей, чтобы дойти до уровня, до, который был у нее до 24 февраля 2022 года, это десятилетие. Десятилетия. Потому я не знаю, что поменяется. Там, потому что, опять же, с Китаем вообще-то противостояние происходит. Что за эти десятилетия случится? И это в лучшем случае. И это если и важный момент. Признайте санкции. Десятилетия. А санкциями это, может быть, и полвека займет. Если не больше. Так вот, для чего же тогда делается документ? Ну, очень просто. Все статуты НАТО до этого, они были прямо четко оборонительными, потому что огромный Советский Союз, соцблоком, это Румыния, Болгария, напомню, да, Чехословакия там и так далее, их все вооруженные силы должны были в спайке вместе действовать, ГДР, да, у нас Восточная Германия. Это огромная масса, то есть Советский Союз, как тоталитарное государство, отмобилизовывало, это тогда это вообще-то сотни миллионов населения на минуточку, а не 140, отмобилизовывало эту огромную массу с тысячами танков, которые вот не как сейчас заржавели, они тогда были советские, только из фабрик, только которые сняли. И это на то время были новейшие, лучшие танки, все эти Т-62, Т-72, которые только появились. Т-64, кстати, один из основных вот танков Украины, на свое время это был прорывной танк. В 60-е годы Т-64 это был прямо... Вот смогли реально создать крутой классный танк в Советском Союзе. Вот, вот эта вся огромная масса, ее надо было как-то задерживать. Поэтому все статуты были оборонительные, то есть вы сдерживаете какое-то время, собирается Совет НАТО, США перекидывают свои силы в Европу и дальше смотрят, как развиваются события, плюс понимали, что война будет ядерной. То есть Советский Союз наносит тактический ядерный удар по Европе, и вот все это превращается в одно большое вот такое ядерное месиво, войну, противостояние. То же самое понимал Советский Союз, и тоже вот, и все его вот, расчеты вот, войны тоже вот, были на это, на большую ядерную войну с использованием тактического ядерного оружия. Теперь, конечно же, такого не будет. Советского блока давно нет. Это все огромные массы нет, всех этих танков нет, всех этих там советских Болгарии, Румынии, Чехословакии, Польши, вот, ГДР, всего этого нет. Сама Россия демилитаризована Украиной и завязла. Вся ее армия находится внутри Украины фактически. Все ее границы, они фактически голые. И вот Запад прекрасно видит вот такую ситуацию турбулентности, то есть то, что произошло с Пригожиным. И весь этот Пригожинский сейчас вот такой фарс, да, русский бунт, бессмысленный, беспощадный. Вот хорошо было видно, что бессмысленно они себя оправдали, умеют в это. И дальше ведь только хуже становится. То есть экономическое и техническое вот состояние России, оно ухудшается, оно не улучшается.
А значит, как я вот до этого говорил, могут произойти новые мятежи, новые какие-то ситуации, где уже будет сама армия, например, замешана или другие группировки. Субъекты, да? Конечно, субъекты есть свои группировки, там Татарстан, например, какой-нибудь и так далее, военизированные. И иди знай, когда у вас произойдет такая ситуация, что у вас какие-то бандиты захватили власть и организовали какую-нибудь Курскую Народную Республику, а другие бандиты идут маршем на Кавказ, а третьи бандиты или какие-нибудь группировки там идут куда-нибудь и хотят организовать какие-нибудь там, не знаю, вот Северо-Ингрия какая-нибудь там, вот не знаю, какие-нибудь очередные, вот и так далее, народные республики. Вы бы очень хотели, чтобы у вас была оперативная группировка, где не нужно собирать никакого совета НАТО, где есть тысячи регулярных солдат, авиация и средства быстрого развертывания, чтобы быстро ввязаться во всю эту вот кашу, драку или где-то там вот какие-то урвать свои части пирога. Это разумно, это грамотно. Вот я уверен, что даже если не прямым текстом, но между строк, вот все эти тысячи страниц документа, они этому посвящены. Конечно же, никто там не пишет черным по белому, если организуется КНР, мы туда пошлем конвертопланы Оспрей с морпехами. Никто такого не пишет. Ну, просто читаем между строк, как это все выглядит. В силу дестабилизации, терроризма. Терроризм — это идеальная формулировка. Я просто как израильтянин это говорю с Израиля. В случае терроризма мы там перекидываем то-то-то. Ну вот, да, где-нибудь КНР, БНР, РНР и так далее. Что это такое? Террористы. Кто-то признал, не признал, террористы. Статут позволяет там с террористами расправляться. Отлично, посылаем под Москву, вот, я не знаю, куда-нибудь, какие-нибудь конвертопланы, чтобы выкрасть эти ядерные чемоданчики, и они попали в руки террористов и так далее. Поэтому они приписывают Россия плюс террористы. Потому что вся Россия гипотетически может развалиться на много субъектов всяких террористов. Террорист — это очень такой удобный штамп, вот куда угодно вписаться. Вон, исламское государство, большое государство, Ирак, Сирия было. Террористы взяли, раскатали в лепешку их. Там города-миллионники, Мосул, город-миллионник, просто его стерли с лица земли воздушными этими бомбардировками. Вот и все, то же самое и тут. Вот эти вот многотысячные документы — это подготовка к тому, что, возможно, будет дележка пирога, и самые вкусные куски нужно будет урвать, успеть урвать. Угу. Ось вона сила дипломатичної мови. Я не можу не запитати, дивіться, Ігаль, тоді за підсумками цього політичного НАТО, саміту, неважливо, залишається допомога оборонятися, тому що авіація – це допомога в контрнаступі, вона буде 24-го, незрозуміло коли. Весь цей перелік озброєння, там ще й Норвегія, там ще й Австралія, БТР, ці бронетранспортери, 30 їх пообіцяла, і т.д. і т.п. Це все допомога в цій, ну, якби тривалій війни. Тобто переломного нічого ми не побачили, не дадуть нам, щоб ми поразку отримали, і для перемоги це яскравого нічого теж не пообіцяли. Ну, как? А кто это решил? Кто это сказал? Смотрите, боевых бронированных машин дали тысячи. Вот, дали Storm Shadow. Никто про это вообще не говорил. Все говорили про атаки МС, а потом, да, появились Storm Shadow. А вот сейчас стало известно про скальпы. Ну, те же Storm Shadow, только французская вот, модификация. Обратите внимание, никто никакие сроки не называл. Просто перед фактом поставили. Вот уже Макрон. Вот они есть, вот они уже в Украине. Я бы поэтому не смотрел на официальные заявления сроков, когда там кто начнет о чем подготавливаться. Я просто тоже в том числе знаю про некоторые там вот кейсы, не буду называть какие, которые касаются оружия западного. Когда вот называлось одно, а на самом по факту было другое. Ну, еще с прошлого года. Поэтому я вообще никогда не обращаю внимания на то, что там и Кулеба и так далее говорят, что когда начнется подготовка, там сентябрь, август или сентябрь, потом увидим так далее, увидим здесь или это. Не нужно. Вот Генштаб, у него свои сроки, свои графики. И, конечно же, не будет вам их озвучивать. И у Запада, кто передает все эти возможные вооружения и так далее, тоже они прекрасно понимают, работая с Генштабом Украины. Насчет поражения. Ну, вы сами решаете, как распорядиться всем этим оружием. Это много, на самом деле, оружия. Вы смотрите, сотни танков, тысячи боевых бронированных машин всевозможных. Вот, сейчас дадут кассетные боеприпасы и так далее. Ставьте перед собой цели, такие цели, которые действительно реалистичны. Вспомните, как Залужный говорил, что ему нужно для одной операции конкретно 300 танков, несколько сотен вот, боевых бронированных машин и так далее. И он, кстати, подчеркнул, про авиацию я не говорю, сказал. Он, как профессиональный военный, отталкивался от того, что дано реально вот сейчас. Вот, сейчас Украина реализует свои планы, чем успешно. Обратите внимание, за месяц наступательных действий Украины
Это при том, что еще даже половина не была использована. То есть мы ни страйкеров, ни мардеров, ни челленджеров не видели на фронте и так далее. Они использованы. Меньше половины всего использованы сил. Деоккупировано, освобождено, занято. Больше территорий, чем Россия там за 10 месяцев этого кровавого тени толка и зимнего своего наступления вот смогла занять. И, ну, так хорошо, а что тогда ожидается? Это же беспрецедентная война, страшные условия. Украинские бойцы наступают в страшнейших условиях и тяжелейших условиях. И удачно. Я на связи с 35-я, да, у нас бригада морской пехоты, которая у нас 3 атаки. Вот у меня там в разведке есть хороший товарищ. Он мне рассказывает, очень тяжело, идут вперед. Идут вперед, и, кстати, есть успехи на фронте, которые сейчас не озвучены, но в ближайшие дни я уверен, что Генштаб и официальные лица озвучат их, а это будет озвучено. То есть вот мы сейчас с вами разговариваем, уже есть успехи. Вот на юге, ну, естественно, эти вещи, любые, вы знаете, что прекрасно, они с каким-то вот интервалом несколько дней, все заявления освобожденных, деоккупированных пунктах населенных, с интервалом несколько дней как бы заявляются. И поэтому и вот на фоне этого всего украинцы должны себе, сами себе задать вопрос. Вы хотели как бы просто блиц, за месяц пойдет как нож сквозь масло, и все враги посыпятся и в Черном море утонут? Ну, это же сказки. Вот. Или это будет сложный, комплексный, долгий процесс? Да, это сложный, комплексный, долгий процесс. Если вот идет ли он успешно? Да, он идет во многом успешно. При всех там сложностях и комплексных вещах, в том числе, потому что авиации не хватает, и она очень нужна. И опять же, тот же Залужный это подчеркивал уже в новом своем. Вот, да, обратите внимание, как он планку поднимает. Да, он не сразу мешок высыпает хопом. Он аккуратно, вот, поэтапно вот, говорит то, что может Украина сейчас освоить. Говорит, вот мы, да, хорошо, вы нам дали эти все танки и ББМ, да, броневые боевые машины, мы их освоили, мы их хорошо применяем. А теперь давайте авиацию. И вот сейчас речь идет уже о авиации и так далее. Вот. Поэтому я бы не делал бы таких вот вердиктов, вот, что нам дают только так. Это политическое заявление, но не военное. Нам дают только ровно столько, чтобы мы не могли там так далее, так далее, так далее. Но если бы давали ровно столько, наверное, был бы не деоккупирован Херсон, например. Вот. Это же не что-то легкое, простое. Да, остров Змеины, Харьковская операция, вообще из-под Киева был выкинут враг. Это же не какие-то вещи, которые, ну, разумеющиеся. Часто ситуации висели на волоске. Россия делала максимально, прилагала усилия для того, чтобы Херсон удержать. Это не то, что они такие, ну Херсон, ну ладно, ну украинцы наступают, ну хорошо, уйдем. Они перекидывали, они пытались наводить понтонные мосты, они пытались наладить логистику. Они туда элитные части перекинули, вот, на ту сторону берега. И не смогли. А почему они не смогли? Ну потому что Украина, видимо, делала. Так и это не маленькие территории, и большой город. Так это у нас получается, что Запад дает вооружение и так далее, ровно чтобы на грани балансировать. Или все-таки целые города деоккупировать и территории? Угу. Мне кажется, украинцы решают, как воспользоваться всеми этими ресурсами и что делать. Вот. Мне кажется, вот это очень важно. Почула, Ігаль, але дуже важлива частина вагома ресурсів України – це людський ресурс. Повернення 5 командирів Азову з Туреччини і фраза Дениса Прокопенка, Редіса, що повернення на фронт – це було однією з головних цілей, ну, взагалі, життя і повернення саме в Україну. Натомість, от ви сказали, що ви використовували в навчальних процесах таких людей. Я не побоюсь слова назвати їх легендарними, тому що Маріуполь завжди залишиться. Ну, вони 8 років Азов там цим опікувався, а Прокопенко взагалі командиром там з 15-го року Азов, то має величезний досвід побудови спілкування з бійцями і все таке інше. Ну, тобто там бек, щоб розуміли глядачі, це не просто людина, яка там 22-го мобілізувалася в лютому і пішла, ой, війна, поїхала захищати Маріуполь. Ні, там взагалі історія інакша. Чому така різниця? Він бачить себе там на фронті, і я розумію, що вони прямо на передок, на нуль підуть, а ви б використовували їх так. Да, впервые, когда я приезжал еще в Украину как инструктор в 2015 году, и первые люди, которых я тренировал в Украине, были азовцы. У меня есть много хороших друзей, азовцев. Вот. Не только самой бригады Азов сегодня, НГУшная, а вообще то, что называется Азовские рухи, да, вот это вот большое движение. У меня много есть очень хороших друзей азовцев. И Азов, если, опять же, широко смотреть, а не только конкретно вот полк, сегодня это бригада, это одно из немногих в военном плане хороших вещей, что произошло с Украиной. Вот, прямо таких блестящих. Вот есть очень много других хороших вещей, но вот именно таких вот прямо легендарных, как вы сказали. Поэтому у азовцев, я очень хорошо это знаю, у них есть этот дух братства, боевого братства вместе. Он не мог по-другому сказать никак, ни в коем случае.
Он командир, командир идет впереди. Это вещи иррациональные, это вещи эмоциональные. Когда они приняли решение, тогда он принял решение как командир, то, что гарнизон покидает Азовсталь и выходит наружу, он записал тогда видеообращение. Я его помню. Там очень, очень хорошие вещи сказал, правильные. И он говорит, что вот быть командиром там непросто и так далее, и так далее. И говорит, важно нам сохранить жизнь людей. И военное дело, поэтому, видимо, да, считается не наукой, как в Советском Союзе пытались это, вот, а искусством. Действительно, на Западе это art of war, да, вот, или warfare, а не science of war, как это, например, вот, военная наука, как это было в Совке. Действительно, война — это не наука, это искусство, военное искусство. А почему? Потому что это война, если мы смотрим там словами классика, да, там того же Клаузевица, да, прусская у нас военная школа. Война — это поле, да, царства, страданий человеческих и опасности нереальной, просто неописуемой, где человеческие эмоции намного важнее, чем любой холодный расчет. И вот через это эмоциональное, как командир, который ведет с собой, в Израиле одна из школ командиров, там факел изображен, потому что он как факелоносец, командир ведет за собой людей, освещая путь. Он не может сказать иначе. Конечно же, он дисциплинированный офицер, если ему прикажут быть инструктором, в высших школах он будет, я уверен в этом. Но он по-другому, как частого братства большого, не мог этого сказать. А так, конечно же, беспрецедентный уникальный опыт, ни на что не похожий. Я не помню никаких таких ситуаций. Воздушный мост с вертолетами в тяжелейших условиях и так далее. Оборона Мариуполя. Они же готовили оборону Мариуполя, что русские будут наступать с востока. Они со стороны Бердянска выйдут. И тогда вообще-то все перевернуло, всю архитектуру, но надо было сразу на местах все организовывать быстро, такие вещи, ну, они абсолютно были неожиданные. И это говорит только о профессионализме и качестве подготовки, и личных качествах человеческих. Вот. И не только друга Редиса, но и вообще всех командиров там, всех командующих. Вот. Поэтому... Да, это такая вот у нас романтическая часть, и я от него не ожидал, конечно же, чтобы он как-то по-другому мог что-то сказать, когда он прибыл. Угу. Сьогодні на противагу у нас там простір ФБшний бурлить. Я не можу не запитати про цю історію. Головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Маркус, Валерій Маркус. Ця історія триває вже кілька днів, написав там рапорт про прохання перевести його на нижчу посаду. Для тих, хто не знайомий з цією історією, він на публічну площину звинуватив і вище керівництво, назвав там когось там дегенератом. Я зараз цитую просто офіційний рапорт людини. Виніс дуже багато сміття. Я не знайома особисто ні з керівництвом, ні з ним. Не можу стати на чию сторону, але це... Там хтось вже почав відповідати. Це виглядає, ну, як мінімум, некрасиво. В умовах війни навіть, можливо, трошки небезпечно. І тут всі розділилися на два боки. Тобто, можна про це говорити? А якщо це несправедливо, нащо це замовчувати? А інші кажуть, слухайте, у нас війна, а ви, ну, по-перше, крім того, що ви не праві стосовно самих фактів, до яких ви апелюєте до вищого керівництва, то ви не можете просто робити це в цей момент. От ваша точка зору стосовно... Ви не могли про це не знати, тому що всі там дописують, хтось відповідає, хтось же там емоційно долучився до цієї історії. Смотрите, я не часть українського війська, я не в 47-й бригаді, але я на зв'язку з багатьма людьми 47-ї бригади, я знаю, що вони храбро сражаються, йдуть вперед, у них є успіхи, і причому на одній з найбільш складних участків фронту. И конфликты всегда есть в любых армиях. В израильской армии тоже есть конфликты, это нормально. Поэтому в чем именно там конфликт и что именно не поделили, со всем уважением к Маркусу, действительно, нет ничего, нет ни одной причины как-то что-то в его сторону там сказать, что какой-то упрек. Читал, следил за ним, смотрел там его видео и так далее. Поэтому про конфликты я ничего сказать не могу, так как я не нахожусь там. Но безотносительно 47-й бригады, безотносительно украинской армии, любая армия в этом мире, будь то северокорейская, или американская США, или немецкая, или израильская, или даже эфиопская, неважно, любая армия, конечно же украинская, все армии по одной системе, единое начале не может младший по званию, тем более не офицер, публично на всю армию, но он медийный человек, и все
все прекрасно это видят, понимают, знают. Вот назвать офицера, вот другого командира, опять же, цитата, дегенерат там был, это цитата просто, с документа, рапорта. Нельзя так делать. Нет, это не вопрос дискуссионный, вопрос о конфликте, он дискуссионный. Я без понятия, о чем там конфликт, потому что я свечку, то, что называется, не держал ни там, ни там. И конфликты все украинские, это внутриукраинские вещи. Но я могу говорить про универсальные вещи, о том, что работает всегда система единоначалия, и младшие не могут публично выносить про старших офицеров, какие бы старшие офицеры не были там вот плохими людьми, назовем это так. Это универсальное во всем мире. В США, кстати, это вообще не дай бог, такие вещи караются очень жестко. Если, скажем, в США сержант на какого-нибудь полковника или майора вот так вот напишет и публично, не дай бог. И в Израиле тоже такие вещи, вот, не дай бог. И опять же, это не какие-то там придумки каких-то американцев или евреев в Израиле. Как я уже сказал, и в Северной Корее это так, и в Китае это так, и где угодно. Это универсальное. Именно, и это единственное, что я себе позволил высказать по этому вопросу, потому что я не в украинской армии, я не в 47-й бригаде, но очень важно было вот этот момент озвучить, который, мне кажется, очень важен. Украинцы должны понимать, что вся вот эта вот там атаманщина, вольница, это ничего хорошего. В такой большой войне должна быть регулярная армия с полным подчинением иерархам, командирам, начиная от самого высшего политического руководства, которое руководит армией, и опускаясь, да, у нас по ступенькам всего это единое начале, иерархии, да, от генералов, полковники, подполковники, майоры, потом младшие офицеры, капитаны, лейтенанты. И вот ни в коем случае не должна вся эта система вот давать нигде слабину или трещину. И никогда не должны те, кто ниже по званию, поддавать сомнению на публичном уровне авторитет иерархов, да, те, кто старше. Опять же, это никак не связано ни с личностями, это никак не связано конкретно с Украиной. Это универсальная штука, общемировая. А у мене тут питання. Оце залізобетонне правило, яке має діяти, тому що воно являє собою протокол, да, за яким функціонує дуже величезний такий живий організм, інструмент, як армія. Чим відрізняється від, наприклад, правила «ти начальник, я дурак», який дуже часто висміюють в російській армії? Отличається чого іменно? От російської армії? Да, ну от ці правила, ви кажете, це протокол, він має діяти, тому що він універсальний. Є ієрархія, тому що це армія, ну це ми не квіточки тут садимо. Тому мають багато людей функціонувати одне з одним, щоб цей механізм працював. Тому і працював тим більше під час війни. А дуже часто ми висміємо, що у них ти начальник, я дурак, і не маєш права взагалі нічого не сказати, ні зробити, ти безвольний, безправний. Если высмеивается как бы вульгарно гражданскими, которые не понимают, как работают военные механизмы, им почему-то кажется, что в остальных там армиях, там американской, вот там вместе как бы едят бургеры, пьют как бы вместе пивко и там общаются там радостно и могут там, ну, дали приказ отправляться в Ирак, говорят, я не хочу отправляться в Ирак, ты вообще там, ты мудак и так далее, я не поеду в Ирак, не хочу. Нет, конечно, там как раз вот этот, я начальник, ты дурак, и как, или, оно работает прямо железобетонно. Про Россию, если мы смотрим на это не вульгарно, а конкретно, есть такой у нас принцип директивного управления или децентрализованного управления, или mission command, это вот на английском языке называется, или Auftragstaktik, да, на немецком. Хотя в свое время немцы его так и называли, но его так называют. Вот это принцип, когда вы даете не приказы нижестоящим, вышестоящим по званию нижестоящим, а директивы, как что сделать. Например, приказ по строгой вертикали без креативного возможности отклонения, как это в российской армии, есть высота, вы с вашим батальоном должны взять эту высоту. Если вы в своем батальоне увидели, что вы не можете ее взять, у вас есть приказ, вы обязаны идти прямо на укрепление, вы должны идти прямо на вот эти все там на пулемет и положить свой батальон. Эта система, ее преимущество, это то, что она очень управляемая. Приказали, сделали. Директивное управление, то, что называется mission command на Западе, кстати, в армиях НАТО и в Израиле, это когда вы ставите директиву вашему батальону, нужно занять этот холм. А уже командир батальона, у него есть автономия полностью решать, как ему занять этот холм. Его занять так, занять по-другому, в каких сроках и так далее, и так далее. И если командир батальона видит, что невозможно занять холм, у него есть свобода действий этого не делать, отрапортовать, что это невозможно, и люди погибнут и так далее. Вот, это про эту систему всегда говорят, когда высмеивают российскую систему. Но мы видим, что в этой системе, когда командиру батальона дают или приказ занять холм,
или директиву, за них, ну, самому при этом понять, это все работает по вертикали строгой, и ни там, ни там нет, нет места такого, что командиры, скажем, батальона про генералов скажут, что они вот какие-то там вот имбецилы, дураки и так далее, публично, вот так, что вся армия это узнает. Не дай бог такие вещи делать, опять же говорю. Вот, поэтому об этом речь, если мы рассматриваем вопрос не вульгарно, а именно с точки зрения именно военной. Угу. Ігаль, дуже багато сьогодні паралелей між Ізраїлем і Україною проводили, і ми особисто в ефірах, ну і взагалі в пресі зараз мусуються, особливо навколо гарантій безпеки. І я хотіла б запитати ще з такої з політичної точки зору, тому що ви, ну, вочевидь, там занурені в життя, відслідковували це, явно ж в пресі ізраїльській писалося. От сьогодні багато, я вже знову посилаюсь на це, були подратовані чиновники, ну там, делегації США оцією фразою там «слабкість НАТО» Зеленського, взагалі його твітом. І казали, ну це неприпустимо, тому що США – це гегемон, з ним як спілкується, ну на коленках, ну принаймні дуже поважливо і посміхаючись. Як Ізраїль в політиці вів такі переговори з Сполученими Штатами? Вочевидь, були різні етапи і періоди. Было время, когда США фактически врагом было израильским, наложили эмбарго, продажи оружия. В самое критическое время, 50-е годы, когда Израилю просто кровь из носа нужно было достать любое оружие, от артиллерии до авиации и танков. Всего не хватало, всего не было, ну, кораблей и так далее, боевых. Тут как бы еще эмбарго накладывают с прописью «ни одного патрона мы в Израиль не отправим и не разрешим продать». Вот. И до моментов, когда США все-таки решили в Израиль вкладываться, конец 60-х, начало 70-х годов, решили вкладываться, продавать оружие, то есть ничего бесплатно не давали. Мы с самого начала с этого начинали, я говорил, Израиль всегда исходил из тезиса, вот там эти вот большие игроки, гегемон, вы сказали, да, США, они там своими планами занимаются. В то время это было противостояние систем капиталистической, коммунистической, там, космической гонки и так далее. Ну вот пусть они играют в свои эти большие игры. Карибский кризис, что у них там было, это все это вот. В Европе противостояние, да, ФРГ, ГДР и так далее. У нас свое дело делать, у нас водовод строить. Вот у нас водовод в пустыне, вот великое дело, да. Люди ехали без ничего в пустыню, да, тогда интернета не было, смартфонов позалипать вечером не было, пели песни в палатках, вот такие вот, как пионеры. Вот, поэтому, как бы что там ни говорили, дерзить не дерзить, как разговаривать не разговаривать, всегда должно быть краеугольным камнем, вот что сейчас Украине надо, что нужно Украине сегодня, что Украине нужно завтра, что Украине нужно послезавтра. Вот. А исходя из этого уже выстраивать свои планы, как с кем разговаривать. Важно, ну, опять же, про Израиль много говорят и ругают Израиль вот, за то, что не хочет продавать оружие, и как пример приводят и так далее. Есть вещи, ну, которые не озвучивают, они важные. Один из главных уроков, который Израиль, наверное, показывает, это как раз не к вопросу о копировании. Никогда нельзя ничего копировать. Не дай бог Украине копировать опыт Израиля. Но Залужный почему-то говорит, что Украине надо будет как Израиль быть. Ну, в интервью там, большом, там, которое недавно было опубликовано. Вот он говорит, что Украине надо будет стать как Израиль. Я, наверное, понимаю, о чем он говорит. Один из принципов вот, того же Израиля – не плодить себе врагов, во-первых. Ни в коем случае. Если возможность есть примириться, примиряться. О чем это говорит? О дипломатии. Как уметь с кем разговаривать, не только с гегемонами. Вот. Второе – всегда рассчитывать на свои силы. Не имеет значения, какие гегемоны есть и будет ли завтра обещано НАТО или не будет. Украина должна отталкиваться от тезиса, что нужно максимально... Понятно, никто не живет в автарке, да, как Северная Корея, которая тоже, на самом деле, она по сути прокси как бы Китая. Вот. То есть никто вообще не живет сам по себе. Но всегда можно стремиться к максимальной автономности, к максимальному суверенитету. Чем больше, тем лучше. И вот это второй вот урок того же Израиля, который, ну, казалось бы, да, в пустыне не могут какой-то водовод проложить. О чем можно говорить? Какой суверенитет? Какие как бы там это? Кстати, одна из причин, почему США не ставили на Израиль ставку и почему, ну, там эмбарго. Ну, думали, что Израиль не выдержит, что его как бы сметут арабы. Ну, то есть они, опять же, какой-то там водовод не могут достроить. Что ж там говорить, что они смогут справиться с ордами там Т-55, Т-62 и МиГов-21, которые там Советский Союз бесплатно поставлял Сирии, Египту и другим странам. Вот. Когда увидели, что Израиль справился и не только водовод достроил, но еще и смог и армию разгромить, вот тогда начали помогать и поддерживать. Я много раз это говорил и повторю еще один раз. Все эти вот гегемоны, все эти там великие, они любят дерзких, они любят тех, на кого можно сделать ставку. Поэтому Украине нужно показывать себя, ну, такими молодцами. Ну, молодцами не в смысле, как цирковые собачки, давайте мы покажем трюки, чтобы нас любили, а молодцами для себя.
То есть ставить цели, что нам нужно. Деоккупация Херсона, отлично. Поставили цель, сделали. Дальше деоккупация Юга, там, Токмак, да, Мелитополь и так далее. Поставили цель, сделали. Дальше деоккупация там, того-то, того-то. Поставили, сделали. Крым... Секундочку, я там закончу. Превратить Крым из полуострова в остров. Да, поставили, сделали. И чем больше такого будет, тем больше будет помощи и поддержки от любых там гегемонов, как бы там ни говорили, при этом политики официально, дипломатично. Ну, стільки висновків вже від Галі сьогодні було, мені додати нема чого. Я лише можу подякувати за історично-військовий сьогодні випуск. І, Галі, я вам дякую. Ну, і принагідно запрошую ще у нас, тому що тем, мені здається, багато самітів і зустрічей, і допомоги. Ми ще побачимо те ще більше. Дякуємо вам. Да, всього доброго, спасибо. Іга Левіна, офіцер армії оборони Ізраїлю, військовий аналітик, був сьогодні з нами. Я сподіваюся, вам дуже сподобалося. Три крапочки, підписуйтеся і побачимо завтра. Пока. Welcome, and I hope you all got a sense today from all my colleagues that how much support you have. It's real, and I hope we finally have put to bed the notion about whether or not Ukraine is welcome in NATO. It's going to happen. We're moving. You're all moving in the right direction. I think it's just a matter of getting by the next few months here. So thank you, thank you, thank you. And you know.